Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушку Freaky Clown. С вами канал Дориди, это первый взгляд, это хоррор-игрушечка. Что ж, давайте смотреть. Будет интересно, надеюсь, на вашу поддержку, активность, лайки, комментарии, там колокольчик. Подписывайтесь, выпишем на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Будет круто. Так. Какой-то мальчик идет. Мороженщик! Это реально, это мороженщик, ребятки! Hey, kid, wanna see a trick? Чё? Here you go. Он его загипнотизировал. Это наподобие айскрим, я так думаю, да? Он загипнотизировал его и ведет к себе в машину. Ребят, боже мой! Гребаный маньяк! Смотри, у него сзади велосипед. Он будет его здесь держать. Новый клоун-убийца, ребятки. Новый мороженщик-убийца. Боже мой. Это будет интересно. И уехал. А мы сейчас будем его спасать. Заглохла машина, заглохла у него. У него тачка заглохла. Это мой шанс. Мой шанс пробраться. Так. Выхожу. Ага, сейчас. Так. Так, вроде все настроил. Это моя машина? Подожди, так я за взрослого играю или за... А, я же не за рулем сидел. Возможно, папа или мама куда-то ушли. Я видел эту, увидел эту ситуацию и решил помочь мальчику. Тут какие-то киоски. Так, давайте попробуем. Спасти. Я тоже сейчас уеду. Двери закрылись. Нас увозят. Я не успел его спасти. Да, машина еле-еле, но она все-таки завелась. И мы куда-то уехали. Мы в логово его приехали. Боже мой. Let me fix this once and for all. Так. Надо что-то делать. Чувак, пойдем. А, чувак загипнотизированный. Мы не сможем его вытащить. Потом вытащим. Ладно, окей. Так. Нам нужно найти место, где можно спрятаться. О, киса! Кис. Киса, смотрите, какая киса. Классно, смотрите, классно. Ну-ка, можно погладить? А, в кустах, что ли, спрятаться или сюда? А я здесь могу спрятаться или нет? А, все, я спрятался. Вон он вышел. Я из-за... Welcome home, my dear. Бочонков слежу за ним. Так это его кошка, это его кошка. Но она вроде меня не сдает. Это обычная кошка, она же не знает, что он плохой злодей, да? Завел в логово мальчика. Надо в полицию позвонить, ребят. О, боже мой, я не знаю, что он будет с ним делать. Но это так просто нельзя оставлять, надо спасать его. Кис. Смотрите, убегает она. Эй, ты как через текстуру? Смотрите, бегает. Прикольно. Она почему-то как больше скачет. Ну-ка. Кис. Смотри. А можно погладить ее, нет? Ладно. Окей. Надо мальчика спасать. А, тут можем спрятаться? Нет, тут вроде нельзя. Окей. Надо как-то пробраться туда, да? Это его логово. Подожди. А, нужно найти карту в фургоне. Окей. Значит, идем в фургон сначала. Будем действовать по инструкции. Я не знаю, пройдем мы нет игрушку, но я постараюсь. А, вот она карта. Это, подожди, это карта? Да, это карта. Так, все взяли.
подойти вроде к велосипеду, чтобы карту посмотреть. Ну-ка. А, вот. А, тут три местности. Все понятно. А, я теперь на велосипеде буду путешествовать. Все, я понял. А, мы пришли. О, вот тоже велосипед. Тут тоже есть карта. А, это тот самый велосипед. То есть карта теперь будет здесь лежать. Я буду подходить. Вот, и ездить на велосипеде по местам. Это, видимо, его дом. О, черт. Вон он. Я замок не открою. А, вот он, мальчик. А что он уже здесь делает? Почему он здесь-то уже? Там какая-то, смотрите, площадка для собак. Неужели он... Подожди, мне кажется, этот клоун делает из людей животных, то есть дрессированных. Возможно, кошка это тоже бывший какой-то ребенок. Мне уже прям начинает это казаться. А из мальчика, возможно, сделать собачку. Так, ладно. Что я должен найти? Какой-то щиток? Я не знаю, что нам надо найти. Это где мы? Ну да, по-любому, собаки же нету. Слушай, собаки нету. Какой-то свисток. Я могу это подобрать все? Косточка для собаки, свисток. А вот я свисток взял. А, подожди, инвентарь. Может быть, косточку сюда положить? Давай попробуем взять косточку. Возьмем косточку. Положим в миску, допустим. А, не, я могу миску взять и косточку. Пока что не понимаю, что от нас хотят. Нам хотя бы просто изучить игру. Да, игра, видно, недоработана, в том плане, ходит он через текстурки, через дверь, даже не открывает их. И, я думаю, это исправят. О, резак. Прикольно сделан. Так. Он сюда идет. Я не успеваю ничего сделать. Мы еще тут не посмотрели. Сердцебиение, как в Dead by Daylight. А, он сюда идет! Давай! Я успел. А эти все предметы у меня уже будут храниться, да? Потом как-то можно с ними взаимодействовать. Тут можно спрятаться, если что. Понятно. Надо еще в других местах побывать. На, тут закрыто. Какая-то клетка. А, я могу тут закрыть кого-то. Кости не могу взять. Может, перерезать что-то надо? Ладно, давайте попробуем в другое место пойти. Жмем на карту. Давайте на стройку пойдем. Поедем. Посмотрим, что там у нас. Вот я уже на стройке. Слушай, ну так же, как в Ice Cream, и стройка тоже. Много чего взято именно из игры Ice Cream. Ну, видимо, для того, чтобы была какая-то ассоциация, да? Окей. Где-то рядом. Вон он. Так, ну меня вроде не видел. А что я должен настройки-то взять? Тут какие-то кирпичи, бочка.
Нужно что-то, чтобы перевернуть бочку. Так, я даже не знаю. Какая-нибудь монтировочка, что ли? Какая-нибудь опора. А, вот. Сейчас мы перевернем бочку. А, легко. Ножовка. Так, зачем нам ножовка? Ну-ка, 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 ну-ка. Для чего-то же она нам нужна. Пока что не знаю, но идем дальше. А, вы не можете войти с этой стороны. Ладно. А с какой тогда стороны мне? Нужно будет войти с другой. Зачем нужна ножовка? Надо что-то отпилить, явно. Тут попроще, бегать можно, мансить от него. А в тесном месте, да, дома, там посложнее. О. А, вот, нужно было кусок... Так, кусок шланга отпилить. И куда мне его, зачем? Боже мой. Тут все мы сделали. Я даже не знал, что он задумал. Все, заметил меня. А вон мальчик. Почему он везде? А как я мансану от него? Так, здесь пока стоим. По краю, по краю, по краю. Нормально. По краю можно было. Ой. А все, тут хана, мне кажется. Сам себя в тупик загнал. Слушай, ну можно от него мансить. Можно мансить от него нормально. Так, ну вы поняли, да, как? Нужно просто сагрить сначала на себя. Ну, как бы обогнуть его. Ну-ка. Слушай, ну может мне только трубка нужна была, больше ничего? Потому что я не знаю, что тут еще можно взять. Взяли трубку, окей. Что дальше? А нужна ли нам еще ножовка? А, сложно пока понять, что хочет от нас игра. Ведра какие-то. Может быть, какую-то мазуту перегнать в ведро? Бензин, может быть, или еще что-то. Так, ладно. Давай в дом поедем. Окей, вот мы и дома. Тут все закрыто. Там какое-то свечение. Нам как-то нужно в здание проникнуть. Слушай, ну сложно, сложно. Когда не знаешь, как проходить. Так, окей. Все-таки, смотрите, я знаю, что нам надо сделать. Едем сюда. Назад. В его домик. Нам нужно... Нужна эта косточка, чтобы... В общем, сейчас вы все увидите. Окей. What's that noise? Где он? Возьми кость.
Быстрее, быстрее, быстрее. Берем стремянку. Так, 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 так. Слушай, он отстал от меня? Он где-то здесь. К стене ставим стремянку. А тут... Тут берем инструменты. Отвертка. И все, что ли? Отвертка только. А кость можем? А, либо отвертку, либо кость. Хорошо, возьмем отвертку. Откручиваем тут все. И залазим. Окей. Спускаемся вниз. Вот мы уже и здесь. Эй, подожди. А, мне ничего не сделать. Я на режиме призраки, ребят, видимо, да? Это как тренировка, ладно? А я уж пугался. Пароль простой, просто open. Тут молоток лежит. Берем молоток. Ламываем. И зачем мы это все проделали, я не понимаю. Но явно зачем-то это все нужно. Так, что у нас тут есть? Так, окей, теперь... Теперь едем на стройку. Слушай, ну что-то... Что-то такое... Ребятки, так тачка забаговалась. Вы видели? Я появился, она хоба перевернулась. Это интересно очень. Так, ну, посмотрим, что будет. Такого, наверное, ни у кого не было. Берем канистру. Вот зачем нам нужна была трубка, да, вот этот шланг. Чтобы бензин перекачать. Бросаем рядом с бочкой. Вот. Да ты издеваешься. Какие-то баги у меня сегодня. Ну что это такое? Да ты издеваешься, что ли? Вы видите, что? Да что он так багуется-то, я не понимаю. Так, здесь бросаем бочку. Ну куда ж ты? Поближе. Тут... А, игра меня не слушается. Так, ну так, бросим. А, трубка, трубка, трубка. Подожди, у меня была трубка? Инвентарь. Или трубку нельзя с собой таскать? По-моему, трубку нельзя с собой таскать. Куда я ее бросил? Где я ее дел? А, я могу еще одну трубку отпилить? Сейчас посмотрим. Без нее мы не сможем пройти. Так, глагол меня не ловит. А, заново, что ли? Это придется заново все делать. Странно. В принципе, ладно, хорошо. Теперь точно у нас будет трубка. Но много, конечно, косяков в игре, много багов. Надеюсь, исправить, потому что, в принципе, задумка неплохая игры. Ну-ка. Да где эта комната? А вот она, отлично. Так. Все, взяли. Сейчас надо будет бензин перекачать. Давай, 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 давай. Тук-тук. 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 А, где эта стройка-то, боже мой? Я заблудился! Ну, капец, я заблудился, ребятки. Где... А, вот, все, выход. Ну-ка, вставляем. А, все, вставили, теперь наполняем. Все же правильно? А, сначала надо залить бензин, что ли? А как это сделать? А, вот, все. Наполняем. Давай, 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 давай. Отлично. И теперь можем залить. Можем же залить? Почему нельзя? Я что-то неправильно сделал, что ли? Этот клоун еще пришел сюда.
Почему-то не получается. Слушай, по идее должно все получиться. Может, надо еще наполнить? Может, это мало? Да не, мы вроде наполнили, все сделали правильно. А как его перевернуть-то? Видите, он... I do love what I've done with the place. По идее, все должно сработать было. Так, это очень интересно. Все потому что забаговалось. Все потому что машина забаговалась. Она, по идее, должна протаранить вот эту стену. Жестко. Так. Что я делаю не так? I can't wait to add to my collection. Канистра полная, да? Тут, по идее, нам делать нечего. Может, другая какая-то кнопка должна быть? Может быть, просто кнопку нажать вот эту? Ну? Она не нажимается ничего. Да ну капец, ребят, у меня игра просто забаговалась. Просто забаговалась игра, и я дальше не могу пройти. Капец, вот это фейл, конечно. А там как раз мальчик. Ну как так? Ну по идее же должно что-то сработать. Мы все сделали верно. Надо залить. Надо залить, он не хочет у меня заливать. Давайте я еще раз попробую выйти и приехать сюда. Допустим, смотрите, мы уезжаем, да? Мы уехали. Ну, тут потусовались, допустим. И попробуем поехать назад. Назад на стройку. Ну-ка. Может, что-то изменится? Ну, он опять сюда встает, видите? Капец какой-то. То есть нам это опять все заново надо действие делать. И канистру, видимо, опять заново брать. Ну да. Давайте я последний раз попробую. Если не получится, то тогда на этом все. Ой, ребятки, у кого так еще баговалось, пишите в комментариях. Ну, будем ждать патча, какого-то обновления, чтобы продолжить. По крайней мере, мы уже до сюда легко можем дойти. А вот дальше я уже не знаю, как играть. Уже знаем. Если что, в следующую серию пройдем, как только игра не будет багованная. Пока что вы сами видели все. Слушай, а может быть я могу... У меня есть одна идейка. Может быть я смогу перевернуть с помощью палки? Слушай, реально, может быть надо перевернуть машину? Сейчас попробуем. Там вообще палка есть? Нет, там лежит. Тук-тук. Сразу давайте попробуем все-таки канистру наполнить. А потом, наверное, надо перевернуть тачку. Подожди. По-моему, я только что сдвинул. Вы видели? По-моему, я ее подвинул. Или мне кажется... Я теперь вообще пройти не могу. Может, могу вытащить как-то? Я вообще в тачку залез. Так, ладно. Тут одна бочка цела, вот надо наполнить канистру. Наполняем. По идее, сюда надо заливать. А потом нажать на кнопку. Но он не хочет. Так, хорошо.
Пойдем за палкой. Короче, нет тут больше палки. Ты ее используешь, да, и больше нельзя. Как ее вернуть, я просто без понятия. Не, все, ребятки, с такими мы словили баг. И дальше мы сделать ничего не можем. У кого был еще такой баг, ребят, пишите в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Можем под нее подлезть и все. Может, за... Мы перевернули ее! Мы перевернули, ребята! Подожди, 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 может быть получится. Так, кнопка пока не жмется. А куда заливать-то? I can't wait to add to my collection. Я не знаю, куда заливать, не заливается она. Вообще ничего не делается, походу. Она уже просто не толкается. Или толкается. Ну, давай, давай, что-нибудь сделай. Короче, мы сломали игру. Как-то так. Канистру взять можно. А почему завести не можем? Я не понимаю. Потому что она не на колесах. Если бы она на колесах была, то все бы получилось. Просто внутри тачки. Вот кнопка одна. Но эта кнопка не нажимается. Сначала надо заправить бензин. Прикольно. Ладно, ребятки, я ссылку на игру оставлю под видео под описанием. Вот, поиграйте, попробуйте, может быть, у вас получится. Ну а с вами прощаюсь, всем до скорого, пока-пока.